Алло, Катюш, привет. Привет. Слушай, подскажи, пожалуйста, а жена-то моя у тебя там? В смысле? Ну, она собиралась к тебе идти, просто телефон выключен, мне до нее не дозвониться. Чего? Мы с ней месяц уже не виделись, ты че? А, ну понял. Ладно, извини тогда. Алло, Макс, привет. Привет, Наташа. Слушай, Денис к тебе пошел, что-то мне до него не дозвониться, его 3 часа уже нету, позови мне его. А, так слушай, он только вышел, у него телефон, скорее всего, разрядился, он же к тебе идет. Мы с ним 3 часа, да, сидели, получается, общались. Что-то как-то странно. А чё он так долго идёт-то, я не понимаю. Когда он ушёл? Слушай, а он вот только-только вышел. Минут, наверное, 2, может быть, назад. 3, скорее всего. Ну, а чё вы делали? Сколько времени? Ну, слушай, просто сидели, общались с ним. Давно не виделись, так вот решили пообщаться. Что-то время быстро пролетело. Сейчас он уже должен тебе прийти. А чё, на телефон, да, скорее всего, вырубился. Он что-то говорил там. Мужики, красавцы! Макс, все, надо, прав, спасибо.